Слова, важные для каждого православного верующего, в эти пасхальные дни звучат торжественно и величественно, особенно когда произносятся они детьми. Традиционные пасхальные встречи в очередной раз собрали в зале всех тех, кто хранит душетрепетное отношение к одному из главных христианских праздников, любит музыку, ценит творчество и искусство. Мы сегодня очень плодотворно сотрудничаем с Белорусской православной церковью в вопросах духовно-нравственного воспитания. Начиная с 2003 года это сотрудничество происходит, и уже в 2005 году было заключено соглашение о взаимодействии между управлением образования Брестского облсполкома, Белорусской православной церковью в лице Брестской и Пинской епархии о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Авторами и идейными вдохновителями проекта являются воспитанники и педагоги студии эстетического воспитания «Океан». Ребята подготовили большое количество музыкальных номеров и зарисовок. В целом, участие в большом празднике приняли ведущие коллективы учреждений образования со всего региона. Для мальчиков и девочек это не только хороший опыт работы с публикой, но и возможность для духовного развития. Накоплен богатый опыт и церковью сегодня, и школой. И мы думаем, что он будет продолжаться. И сегодняшнее мероприятие – это одна из маленьких крупинок того, что сегодня делается в области. Атмосфера тепла и уюта не покидала зал ни на минуту. В этот вечер все было посвящено Богу, родному краю, его историям и традициям. Так через музыку и слово проходит становление и воспитание маленького христианина с большой душой и открытым сердцем.